Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаденко, а мы посетили психотерапевта и вернулись в свою рандомную. Да, все, что мы взяли у психотерапевта, визитку психотерапевта. Да, это очень важно, видимо. Очень странно, что визиток нет у нее здесь. Ну да, кстати. Ладно, Галван, ты чё? Эй. Он немножко сварился. Вряд ли ему есть что сказать. Правде говоря, я боюсь его будить. Лучше вообще его не трогать. Я согласна, поддерживаю. А, слушай. Извините, сэр, сейчас я очень занята, с вашего позволения. Конечно. Да все уже. Я туда не вернусь, я не настолько безумен. Вот это вот. Болтать с Юкой. Не, с этим я уже наигрался. Окей. Ладно, визитку взяли. Не знаю для чего, но, видимо, нужна. А, вообще, на самом деле, даже... А, сейфай, да. Понятно. Чё, куда нам вообще надо? Слушай, я даже не знаю, уже забудусь вообще, где мы были. Да. Я уже с этим психотерапевтом уже все забыл. А, нам нужно было денег еще достать, чтобы купить кольцо. Ой, блин, ну давай поедем. А, нам нужно для этого синюю шляпу сделать. Давай поехали фигурки. В квартиру Мэтта. А смотри, что мы там найдем? Есть. Смотри, что там есть. Я уже забыл вообще, что где что есть. Психотерапевт уже все выбил у меня из головы. Ну зато, надеюсь, тут проработался. И теперь ты осознаешь, что тебя ждет в этой жизни, чего ты хочешь по-настоящему. Кто ты есть? Так, ну тут явно никто не ответит, кто я есть. Ну-ка, телепортируйся, переулок. О, здорово. Слушай, у вас деньги есть? А, членом зажатой между нами. У меня такое ощущение, правда. Понятно, ладно. А у нас есть что-нибудь для них? Может, есть какая-нибудь фигня? Вот где бы взять синюю краску? Где? Не собираюсь отдавать деньги. Ну, натуре он же не дурак. А, там сай-фай. Ну, пойдем в дом Мэтта зайдем. А, там эти охранники. Все, ладно. А, может быть, нам домой надо, если Мортимер на сай-фае? Можем к нему зайти? Может быть, но может и нет. Давай хоть заглянем. А давай домой съездим, ладно. Ну, правда, он закрыл кабинет. У нас есть отмычка. Отмычка не работает, возможно, ну ладно. Убейте несколько противников, чтобы пополнить запас патронов. Очень полезные советы. Так, что у нас там? Бомж сидит. Не, он меня пугает толсочки. Ладно. Может, на крышу что-нибудь? Ну, давай, да, заглянем. Голуби дохлые. Нет, пусто. Ничего интересного не происходит. Рэндалл. Все везде закрыто. А, он ручку. А, подожди, у нас, может, что-нибудь есть? На ручку забрал. Может, можно вот так? Окей. Сейчас мы подтвердим, что скрытие двери кредитка — очередная голливудская ложь. Давай. Это не ложь! Ох, нихера себе, Мортимер! Вот ублюдок, я точно считал, что ни у кого там хлам. Это что за этот? Это... Блядь. Это Энтерпрайз? Это Энтерпрайз, да, который дорогущий. Вот я хочу такие же стенды у себя дома иметь со всякими шляпами. Это у нас... Марио, это, да. Это, по-моему, это святая граната из червячков, это зелье, не помню откуда, я видел это зелье, но я не помню откуда конкретно оно. Ага. Энергия, это из черепашек-ниндзя, по-моему, это обезьяна, не помню откуда. Fallout, соответственно. Не, ну не очень красивая. Этот робот. Комнатка такая. О, это из узел. Это из «Назад в будущее», потоковый, да. Накопитель. Ключ, не помню откуда, из какого-то подземелья. Ну, в принципе, выглядит все очень даже. Вот это что? Маловат для принца всего космоса. Ну да. Окей. Не, мне это не нужно. Очень странно. Ключ. Классический ключ. Так возьми. Да он ничего не отпирает. Просто украшение. Там вон нужно отпереть Энтерпрайз. Потоковый накопитель. Эта штука позволяет путешествовать во времени. Так говорят. Ну-ка, возьми. Ну да, я попробовал. Будь он настоящим.
Ну. Идеальная смесь элегантности и харизмы. Прямо как я. Возьми. Я поспорила. Не, не, ну не надо. Что с книгами? Полки. Книжки и всякая хрень. Я лично выбираю хрень. Так, что еще можно? Полку, возьми полку. Я не могу таскать их с собой. Книжки, книжки, еще куча книжек. Меня не интересуют литературные пристрастия Морти. Морти! Верхний ящик. Обычный ящик. Ну-ка, открывай! Блин, не могу подвинуть. Окей. Открывай нижний, средний. Заперто. Ну, нижний? Не заперто. Что с Энтерпрайзом? Заперто. А под книжками еще ящик подсвечивается у тебя. О, подожди, панель. Под полками есть какая-то панель. Ну, тут не по ней. Не могу открыть. Нет. Энтерпрайз возьми. Не могу открыть. Все заперли. Ничего себе, телек. Неплохо. Боюсь, сил не хватит. А, ну что там еще есть? Книжки, всякая хрень. Турель. Защитный режим активирован. Если честно, мне этот хом не нужен. Может, можно камин поджечь? О, огромный голову злодеев. Неплохо он тут себе все устроил. Это, кстати, прикольно, да? Я не могу их забрать. Полено. Полено Мортимера. Забирай. Чёрта псих, наверняка все это часть его эксцентричной охранной системы. В смысле, что такое? А что-то завелось. Ты что-то потрогал. А, стоп. Мистер Шафер? Я не могу таскать ее с собой, подожди. Время идет. А что, время идет, и теперь что нам нужно с этим делать? Может... То есть что-то можно очень быстро сделать, да? Да. Опа! Нет. Честно. Нужно каждый раз добежать и ткнуть. Красный. Что-то там. О, подожди, заблокировался. Это полежка. А что, не на тот нажал? На первый, может быть? Может, вот эта фигня открылась? Может. Да, блин, что случилось-то? Энтерпрайз. Верхний ящик. Я в верхний ящик уж попадался. О, подожди. Крыло? Эй, дамочка меня до усачки напугала. Что-то нужно нажать друг за дружкой как-то? Не, вряд ли это поможет. Я вижу паразита, сексуально разущенного негодяя, которому не терпится удовлетворить свои самые низменные желания. Чего? Да вон на фотке, видимо, кто-то. Не, вряд ли это поможет. Подожди, нам показали какие-то кнопки. Ты одну нажал, он заблокировал их, все? Подсвети еще раз, что показывается. О, подожди, замок. Я не могу открыть его голыми руками. У тебя есть хуйня какая-то, чтобы его открывать. Ну давай. А? Давай попробуем. Сломанные отмычки, правда? Не могу, кодовый замок Хэлла стал для этой отмычки последним заданием. Да господи, блин. Понятно. Ну. Нет необходимости ломать комнату Мортимера. О, подожди, книжка. А, книжка. Что открылось? Синий? Нет? Ой, еще книги. А, подожди, красная. Синий, серый.
Как это работает? Ты так наугад? Я вообще не понимаю, что тут надо делать. О. О. Что происходит вообще? Я не вижу здесь логики вообще никакой. Крыло? Вообще ничего не понимаю. Не двигается. Ой, нифига себе система. Мортимер вообще монстр просто. Открывай. Спиздим Энтерпрайз. Тебя продадим, Энтерпрайз. Вот они, денежки-то наши. Не двигается. Нет. Ну все, валим, что там мы нашли. Энтерпрайз. Мы сейчас Мэлу продадим Энтерпрайз. Я думаю, пора сматывать. Да не Мэлу, наверное, тому чуваку. Думаешь? Типа деньги Энтерпрайз сверху? Наверное, да. Давай попробуем сейф. Давай съездим вот сюда, во-первых. Куда? Я хочу сказать, у нее там только одна краска была красная. Да. Ну, у нее синяя тоже была. А чтобы он ей красит, он пожарный гидрант же красит. Пожарный гидрант, да, красный он красит. Но может у него синяя тоже до кучи была. Ну, вспомни просто. Он представлялся аватаром и красил пожарный гидрант. Не, у него... А, у него... Фиксатив у него. Фиксатив у него еще есть. Ну... Фиксатив. Ну, фиксатив это лак. Это типа покрыть потом его лаком. Все равно что-то не хватает. Да, понятно, да. Да. Мне нужен надо синюю шапку, синий и мы лаком цвет, покрыть. Да, нужен. Ага. Ладно, понял. Ну, поехали на сайфай. Наверное. Ну, наверное, мне не хватит денег. Нам, наверное, все-таки капитана будет доделать, скорее всего. Я думаю, да. Потому что больше негде его будет продавать. Хотя хер его знает. Нежить крайне уязвима к заклинанию лечения. Ну, это правильно. Здорово. Так, ну давай, все с тобой. Мэл, ты жив? Для тебя может быть, боже! Что случилось? У него живот болит. Что с тобой стрясой? Что-то мне кажется, ты сейчас помрешь. О, я больше не вынесу. А что случилось-то? А, это все продавец хот-догов хотел меня отравить. Серьезно? Я проголодался, но шоколад не люблю. Вот и купил у него сосиску, боже. Ну так отойди, сходи в туалет. Я могу чем-то помочь? Убей, ублюдка. Я бы с радостью, но боюсь, мне это не по силам. Так давай, я отсюда, парень. Я принес... Вызвал, что вызвать тебе скорую помощь? Нет, люблю, не люблю скорые, они такие шумные, мрачные. Точно? Мне кажется, ты вот-вот взорвешься, тебе нужен врач. Мне нужен сраный кофе. А, кофе мне нужен. А, окей. А зачем тебе кофе? Боже, разве непонятно, что типа дух от хот-дога стоит в животе комом, надо срочно прочиститься. Ничего не понял. Кофе вызывает. Дошло. Нельзя просто принять слабительное. Да, вот в общем кофе так работает. У тебя есть? Ну нет, но я могу сам смешать, нужно только раздобыть парочку ингредиентов. Люблю этим заниматься. Нет, нет, нет никаких экспериментов. Мне нужен кофе. Ладно, понятно, только здесь не видел кофейных автоматов. От ботанов, у которых морда так и просит кулака, тут навалом, а кофейных автоматов ни одного. У этого ублюдка есть кофе. У кого? У продавца сосисок! Ладно. Его так жалко. Его прям скрутило. Так попроси у него, это же экстренная ситуация. Я просил, но он не дает. Не дает. Ну и жопа. Мало того, что он меня травил хот-догом, так еще отказывает. О, боже, да будь мне кофе. I need кофе. Ладно, я постараюсь, но ничего не обещаю. Окей. Я принес одну фигурку, если тебе интересно. Это Millennium Enterprise?
Да. Что, еще я слеп? Конечно, это Millennium Enterprise. Коллекционное издание, между прочим. О, я сейчас сдохну. Ну, я нельзя уйти в мир иной без этой вещицы. Слушай, я большой фанат путевых войн. Увлекаюсь с самого детства и всегда мечтал заполучить Millennium Enterprise, но... Но? Но сейчас я помираю от этой адской боли, я не могу работать в таком состоянии, помогите! Ладно, ладно. Скоро вернусь. Эти охранники скажут, что меня хотели отравить. Ты серьезно? А вдруг он не виноват? Быстрее! Быстрее! Ладно, только учти, ты не очень-то вежливо просишь. Грубость моих слов обусловлена только неописуемыми мучениями. Только поэтому прощаю. Окей. Чел, дай кофе. Слушай, дай кофе. Так себе, похоже, базарно тратить свои деньги только на этот хлам. Торговля не идет. Да, продал всего один хот-дог, Мел. Да, я в курсе, он говорит, что из-за твоей сосиски вот тот начнет кровью блевать. Не может быть, я продаю только самое лучшее мясо, гарантирую. Дружище, я тебе веган, а что-то здесь не так, там парень просто бьется в агонии. А до твоего хот-дога с ним все было в порядке. Если это такая попытка получить бесплатный хот-дог, то ничего не выйдет. Ты правда думал, что здесь твои сосиски хорошо разойдутся? Мне сказали, что здесь будет этот сосисочный торчок, я на нем отлично... Старина, милый. Точно. Но он стоит у главного входа, мне нельзя ставить на тележку, вот я и застрял тут. Если честно, я ожидал, что будет больше жиробасов. Да, хреново, когда вокруг нет жирных. Шутки про толстяков намного смешнее, когда рядом кто-нибудь обижается. Ну сам ты так-то жирненький, как скажешь. А можно мне твой стакан кофе? Иди туда же. Слушай, парнишка, это мой кофе, и мне он нужен, чтобы вынести весь этот балаган. Кофе очень нужен Мелу. Да, я помню, Мел тоже клянчил мой кофе, он меня просил, и не очень-то вежливо. Ну пойми, пожалуйста, ему очень срочно нужно прочиститься. И меня это не волнует. Похило ему точно не от моего хот-дога. И я не отдам свой кофе какому-то хаму, это мой кофе. Усёк? Усёк. Ладно, пока. Что, так ничего не купишь после такой беседы? А я и не обещал. Вот как. Ну и катись. Нам нужно его отвлечь, чтобы он ушел. Ну, к Мюррею. Нам Мюррей нужен. Мюррей, здорово. Эй, Мюррей, у нас коричневый кот. Чё? Кое-кто пытался отравить чувака из ломбарда. Серьезно? Я бы не стал шутить такими вещами. Ясно, но мне нельзя покидать пост. Боюсь, придется тебе позвать кого-нибудь другого. С ума сойти, я-то всегда считал, что ты не боишься поступиться с принципами во благо человечества. Я не могу оставить вход без присмотра, пацан. Ну ты расскажи, что случилось. Мел обвиняет продавца хот-догов. Чего? Здесь продают хот-доги? Чего ты так оживился? Наверное, он рано пришел, как это, я его не заметил. Может быть, не знаю. Все равно странно, я-то же запаха не чую, а если дело касается сосисок обычно, у меня нюх как у гончей. Ага, о, Мюррей, кажется, мы обсуждали случай сильнейшего отравления. А, да. Я обязательно разберусь, как только смогу покинуть пост, сразу же начну расследование. Отлично, только, пожалуйста, не тяни, бедняга Мел вот-вот взорвется. Понял. А что нам делать? А как? В смысле? А в смысле? О! О! Короче, Мел ушел в тайную комнату. Здесь слишком много барахла. Ты что, ты Мела не видел? Кофе меня достал. Да пошел он! Да. Ну и ладно. Ты ж Мела не видел?
Я с такими перцами не говорю, только в крайних случаях. И сейчас не тот. Слышь, Чарли, может, ты так отдашь? Денег у меня ко мне нет, а без денег и кольца не будет. Понятно. А вот MRG Exit, это что такое? Занятый туалет. А пансон? Я не собираюсь туда лезть, когда был свободно. Сейчас там вообще кто-то есть. Мел, ты там? Надеюсь, эта смерть спешит избавить меня от мучений. Лучше. Это я, Рэндалл. Кто? Курьер из Эмерсон Экспресса. Вы недавно обсуждали твои проблемы с желудком. А, понял. Чувак с Millennium Enterprise. Да, это я. Супер, а кофе ты принес? Нет. Вообще-то нет. Тогда уйди отсюда! О, мне нужно как следует сосредоточиться. Оставь меня. Ладно, я, кстати, сообщу охране, что здесь случилось. Господи, если ты про того дебила, она входит ее в полной жопе. Да брось, Мюррей не такой уж и дебил. В его тупости даже есть что-то харизматичное. А, как скажешь, пацан, только не возвращайся без кофе. Постараюсь. Там есть выход, MRG Exit. Нет, тут нельзя с него выйти. Ну так ты на него ткни. А. Аварийный выход. Не буду я брать долбанную вывеску. Ладно. Яйца. Так. Кстати, яйца. Ну, мало ли. И чё? Опа, милый, здорово. Ты по работе или так, для удовольствия? Чё? Расследуешь дело об отравленной сосиске или просто обжираешься? Обижаешь, парень, я настоящий профи, я тут просто вынюхиваю. Я ясно. Что-нибудь выяснилось? Да, с этого момента мой любимый вкус сосиски с двойным перцем. Я знал, что вы оцените. Заткнись, подлиза. Тут никакого криминала нет, парень. Не знаю, что с твоим приятелем, но вкуснейшая еда этого парня тут ни при чем. И вообще, он продает только первосортное мясо. Вся продукция прошла сертификацию. Эти сертификаты невозможно подделать. На них даже дата есть, так что... Даже дата есть. Это еще не конец. По-моему, кто-то влияет на ход следствия. Ты же знаешь, я профессионал. Ни к чему тут придираться? Что ты от меня хочешь? Да, Мюррей, это твоя работа. Притащи сужённых собак, вызови спецназ. Зачем? Откуда мне знать? Я просто предлагаю. Нет никаких доказательств, что человек торгует протухшими сосисками. Так что я здесь бессилен. А, есть доказательства. Как-то закрыто, я не брошу расследование. Пусть даже у меня на хвосте слово через внутренних расследований. Я докопаюсь до правды, даже если придется положить значок на стол. Черт побери, Мюррей, мы же офицеры полиции, в конце концов. Я да, ты нет. А, да, вот же, блин. Тогда что ты ждешь? Арестуй его. Ты еще зачем? У него лучшие сосиски в городе. Спасибо, офицер. Но чуть не отравил Мэл. Это безосновательное обвинение. У тебя нет доказательств. Если бы и были, я бы их съел. Смешно, офицер. Спасибо. Ну, супер. Сейчас меня хватит, я выхожу из игры. У нас есть тухлость. Да, иди отсюда. Не доставай моего друга, офицера Мюррея. Заткнись уже, достал подлизываться. Дай ему. Слушай, у меня есть доказательства вообще-то. Вот. Итак, что ты думаешь о состоянии данной сосиски? Да брось, парень, это не моя сосиска, я отсюда чую. Это твоя. А я тебя не спрашивал, что скажешь, Мюррей? Согласен с продавцом, сомневаюсь, что она была куплена здесь. А, не. Серьезно? А как же сертификат качества? Чего? Дай посмотреть. Я не с тобой говорю. Дошло. Это твой сертификат, дружище. Не может быть. Я понял, что дело. Это засранец купил сосиску неделю назад, сгноил ее, теперь втирает. Ничего подобного, не дата сегодняшняя. Да. Хорошая попытка, парень. Не хочешь проверить дату, Мюррей? Да ладно.
Да, это сегодняшнее. Базинга, получай, гнида. Кто твой папочка? Рэндалл, кто твой папочка? Рэндалл, теперь дошло? Так, похоже, все начинает проясняться. Не может быть, я точно ничего не продавал этому придурку. Прости, друг, но дело серьезное. Боюсь, тебе придется пройти со мной в участок. Я не верю. Я тоже. Это несправедливо. Я ни в чем не виноват. Да-да, судье расскажешь. Какому судье? Вы же меня не арестуете. Бросьте, офицер, хотите сосиску за мой счет? С двойным перцем, ваши любимые, да? Вы же знаете, я не виновен. Мюррей, не подведи меня. Я... Офицер Мюррей, вы же знаете. Судье расскажешь. Что? Отлично, молоток, Мюррей. Я не сдамся, я вызову адвоката, и он очистит мое имя. Вызывай кого хочешь, только из участка. О, шикарно, расскажу Мэлу новости. Ну да, не надо быть таким. Ну, видимо, выйди и зайди. Да, надо рассказать, пойди Мэлу новости. Мэл, слушай, там все выяснилось. Привет. О, да? Я хотел сказать, что ты официально отмщен. Ты убил этого козла с сосисками. Еще лучше засадил в тюрьму. А мне от этого какая польза? Ну, я не знаю, я думал, ты порадуешься. Он провинился, его наказали. Видишь, система работает. Этот парень не... Он ничего не сделал. Другим траванулся. Че? Я говорю, что мне стало плохо не из-за сосиски. Вообще вкусный был хот-дог. О, да ты издеваешься. Нет, мне поплохело, когда я испек пирог из рук тут и колы, от них всегда желудок болит. А, ну конечно. Тогда какого хрена ты солил на продавца? Все знают, что его хот-доги лучшие в мире. А теперь из-за тебя их никто больше не поест. Извини, пацан, просто если мне так плохо, только кофе может унять эту агонию. А засранец отказался отдать мне кофе, так что вот. Я бы возмутился, но если честно, сам выдрал вещи похуже. О, ну и молодец, прости, пацан. О, ну мне надо побыть одному. Конец разговора. Ага, веселись. О. Сука. Ладно, пойдем посмотрим. Чувака, конечно, мы засадили. Ну кофе! Ладно, мы то кофе добыли. Отдайте Мэлу кофе, мне его жалко. Все, спасибо за кофе. Давайте уже отдадим старине Мэлу кофеек. Пусть немножко расслабится. Один латте макиато с двойной сахарозой. Правда? Неужели я буду обманывать в такой ситуации? Откуда мне знать? Мы едва знакомы. Держи. Я надеюсь, они не будут это озвучивать. Спасибо. Да брось, делаю, что могу. Парень, ты меня спас, я уже серьезно подумал покончить с собой. Не нужно, пока что хватит с меня самоубийств. Мне нравятся эти слова. Это потому, что ты извращенец. Ну, поговорим о деле. Чудесная миниатюра, еще и с подсветкой. У меня только лучший товар. Отличная, и из оригинальной серии. Потрясающе, сколько ты за нее хочешь? How much do you want? 1 миллион долларов. Ага, похоже, придется поторговаться. Как тебе вот эта пухлая пачка? Такая толстая, да? Не миллион, но все же лучше, чем что, правда? Серьезно? Что после всего, что я для тебя сделал? Вот поэтому я и предлагаю столько. Слушай, парень, больше у меня нет. Хочешь вверх, хочешь нет. Благодарность за спасение решай сам, брать или нет. Ладно, возьму, но в другой раз еще подумаю, спасать тебя или нет. Ясно? Брось, парень, никто не даст $1 миллион за эту фигурку. Вообще, я думаю, больше тебе никто не предложит, по крайней мере, в наших краях. Ладно, давай свои вонючие деньги. Ну, пойдемте, заберем уже кольцо. Да не даст он нам кольцо. Скоро, моя прелесть, скоро. Нам еще не хватает бабок? Куча денег. Держи.
А вот и я. Всего-то и дело зайти на бар Митсу и стырить все куртки из раздевалки. О, рано или поздно мироздание тебя на... Рано или поздно, может понедельник, а? Мне уже надоело, вот это уже более чем достаточно. Более чем достаточно, не согласен. Чувак, наверняка тут больше денег, чем ты видел за всю жизнь. Даже если учесть тот сон, когда мне пояснил, что ты вломился в Fort Knox. Не надо мне втирать, что этого мало. Эй, не раскрывай мою тайну про Fort Knox. Если об этом узнают, нас могут убрать. Чарли, я тебе уже говорил, нельзя проникнуть в Fort Knox, если ты не Джон Маклейн. Или ты же вроде говорил, что Форт охранял велоцираптор с фонариком. Это доказывает, что там проводят всякие стрёмные эксперименты. Да ладно, так тебе нужно больше, правда? Потому что больше у меня нет. Ну, тогда, может быть, ты кое-что для меня сделаешь? Фу, не говори так, звучит как-то мерзко. Ладно, забудь, ты все равно не справился. Чуть она. Договори. Давай без этого, выкладывай. Так, в этом году юбилей Красного Капитана, 35 лет. Понятно. И ты хочешь сделать предложение чуваку, который косплеит его на фестивале? Ладно. Он мне сегодня не попадался, но ты не переживай, можешь на меня рассчитывать. Знаешь, Рэндалл, с каждым словом ты все дальше от кольца. Да не парься ты, я же пошутил. Уверен, ты его и без моей помощи легко соблазнишь. Так, цена только что выросла на 20%. Да ладно тебе! Слишком много болтаешь, Рэндалл. Чарли, у меня больше нет ни цента. А я не про деньги. Как я говорил, в этом году мы отмечаем 35-летний юбилей Красного Капитана. И ты хочешь сделать пари... Да заткнись ты! Я хотел попросить тебя сходить в ресторан «Дворик» и купить официального мороженого Красного Капитана. Мы бы вместе отметили такое событие. Звучит просто. Блин, ты не догоняешь, мороженого уже нет. Ну вот. Так какого хрена ты от меня хочешь? Раздобудь мне какой-нибудь редкий сувенир Красного Капитана, чтобы у тебя такого не было. У меня такого не было. Только учти, я серьезный коллекционер, и это единственный способ получить кольцо. Ты издеваешься? Где мне такое найти? А это твои проблемы. От сволочь. Ладно. Ну тогда, я думаю, уже на этом все. Будем уже дальше доделывать фигурку Красного Капитана. Такая дерьмовая серия. Да. Там, это синюю краску надо поискать. Да, я сейчас не знаю, где мы будем ее искать, но видимо где-то сейчас что-то появится. Так что на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.